На 2 дня рассчитана программа 20-го тура первенства России по футболу в зоне Юг. Футболисты «Легион Динамо» на своем поле примут «Ставропольское Динамо». Встреча состоится 24 марта в 15:00. Игра первого круга между этими командами в Ставрополе завершилась без голевой ничьей. В этот же день в Ростове-на-Дону встретятся местные армейцы с Махачкалой. А 25 марта «Краснодар-3» на выезде проэкзаменует «Анжи».